Добрый вечер. Ни для кого не секрет, что Россия самая читающая страна в мире. Но давайте посмотрим, что же именно читает Россия сегодня. Итак, криминальный боевик. Месть бешеного, спесь бешеного, тесть бешеного, слезь с бешеного, не слезу я бешеный. Серия «Обожженные зоной». Слово «Пахана», «Жар вертухая», «Роковой сходняк» из цикла «Учимся сидеть правильно». Полезная литература. «Как завоевать Москву, пока не кончилась регистрация». «Как отсосать яд, если змея укусила в лоб». Издательство «Вантус». «Как открыть чакры, как закрыть пукры, чакры — это пукры». Раскрашенная книжка-раскраска в помощь ленивым детям. Секс для тех, кому за 80, книга на абхазском языке. Что раньше, курица или яйцо, из цикла «Едим в поезде». Детская литература. Детская литература. Анжелика и Винни-Пух. Анжелика и железный дровосек. Карлсон и нефритовый пропеллер. Тимур и его Аманда. Серия «Народная медицина». Сбиваем температуру палкой. Бежим от инфаркта. Как правильно сбежать из Бугульминского кардиологического центра. Цикл «Любая книга за 10 рублей». Книга «Соль и боль. Воспоминания сторожа». «Поднятая седина» из цикла «Ставим ирокез дедушке». «А что, если вот так?» Приложение к Камасутре. «Морские победы Калмыкии». Открытка. «Выращиваем дома, сушим дома, продаем дома, сидим дома и не высовываемся». Серия «Любая книга за рубль». «Тупо жрем и толкаемся. Самоучитель по сумо». «Тюремный фэн-шуй. Правильно ставим нары». «Мемуары». «Диатез — это здорово. Исповедь директора Бабаевской фабрики». «Все президенты Туркмении». Автобиография. «Стриптиз длиною в жизнь». Воспоминания Валерия Леонтьева. «Теперь уж точно все съедобные грибы России». Издание «Второе исправленное». И, наконец, «Чистим карму». Книга-щетка. Ну вот и все на сегодня. И помните, что рукописи не горят, а эти книги отлично полыхают. Удачи вам, читайте классику.